Добрый день, друзья. Сразу давайте, если вам хочется посмотреть это видео скорее, то ставьте скорость на 1.5, и так даже вам больше понравится. Я понимаю, что нравится на любой скорости, но Максим Иванов сделал очень-очень хорошее замечание, что на скорости 1.5 смотрится вообще просто супер. Вот, Максим Иванов, спасибо за такое замечание, очень тебя благодарю за это. Сегодня мы поговорим об английской премьер-лиге, о 10 командах, чтобы далеко куда-то не ходить. Сейчас идет Аталанта Торино, не хочется терять ни минуты, поэтому давайте-ка быстренько пробежимся, скажем, что там, какие-нибудь проделочки-переделочки были в английской премьер-лиге в последнее время, и все. Так, первая команда у нас – Wolverhampton Wanderers. Общая стоимость команды – 244 миллиона 575 тысяч евро. Средняя стоимость одного игрока, коих в этой команде 23, 10 миллионов 600 тысяч евро. Что примечательно в этой команде? Примечательно, что тренер команды, стандарт по умолчанию, Роман Сухомлин, является жителем именно этого города. Такое случается не так часто. Поэтому, Роман Сухомлин, отмечаем тебя, что сделал ты команду, сотворил ее, можно сказать, своими руками, собрал. 245 миллионов практически она стоит, 10 миллионов 600 это средняя стоимость. Среди самых дорогих игроков у нас Рауль Хименес, 42 миллиона. 35 миллионов у нас стоит Диого Жота. И по 20 миллионов у нас стоит Хонни, испанский крайний защитник, и Доерти. Я так понимаю, это Мэтт Доерти, тоже стоит 20 миллионов евро. Поехали дальше. Астон Вилла. Астон Вилла насчитывает 17 футболистов. Средняя стоимость футболистов 2 миллиона 200 тысяч евро. Общая стоимость команды 36 миллионов 850 тысяч евро. Почти 37. Даже будем считать 37. Самые дорогие футболисты в команде из Бирмингема. Это у нас за 12 миллионов Аарон Муй. Также Хабс 6 миллионов. И по 3 миллиона стоит у нас Кася, бразильский голкипер, Томми Смит, 3 миллиона. И 3 миллиона стоит Качунга. Поехали дальше. Уотфорд. Уотфорд под руководством Александра Светецкого. Команда у нас стоит 128 миллионов, почти 128 миллионов евро. Это у нас стоит... Сейчас я вам скажу. 22 игрока. Средняя стоимость игроков стала бы 5 миллионов 800 тысяч евро. Самые дорогие игроки — это Раджан Энгалан, 20, 18 Хьюз и 15 Бельфоди. Дальше. Лидс Юнайтед. Общая стоимость 19 игроков равняется 258 миллионам 700 тысячам евро. Почти 259 миллионов евро. Средняя стоимость игроков 13 миллионов 600 тысяч евро. Топ самых дорогих игроков выглядит следующим образом. На первом месте Луис Альберто, 40, самый дорогой. На втором Анте Ребич, 30 миллионов евро. И на третьем месте у нас Эмиль Форте, 28 миллионов евро. Поехали дальше. Тоттенхэм Хотспур. Общая стоимость команды 1 миллиард 26 миллионов 500 тысяч евро. Средняя стоимость игроков 43 миллиона евро. Всего в команде 24 игрока. Самые дорогие из них — это Харри Кейн, 150, Джейдон Санчо, 120, и по 92 игрока — это Эриксон и Дели Алли. Следующим у нас идет Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед под руководством Ильи Мякишева стоит 826 миллионов
500 тысяч евро. Средняя стоимость одного игрока почти 41 миллион евро. Всего 20 игроков. Самые дорогие из них это Поль Погба 100 миллионов, Решфорд 80 миллионов и Гнабри тоже 80 миллионов. Ну и пускай будет Ромелу Лукаку 75. Следующий на очереди Эвертон. Эвертон 19 игроков. Общая стоимость 233 миллиона евро. Средняя стоимость игрока 12 миллионов 300 тысяч евро. Самые дорогие игроки Эвертона это Пикфорд Джордан, голкипер 35 миллионов евро, 30 миллионов Идриса Гие и тоже 35 на первом месте вместе с Пикфордом Эвертон, который сейчас вот в это время готовится уже в реальности стать игроком Эвертона. Такие вот у нас каламбуры, такие метаморфозы, но не будем отвлекаться. Значит, на первом месте Пикфорд и Эвертон по 35. На втором у нас Идриса Гие 30. А на третьем месте у нас Даниэль Ругани 19 миллионов евро. Поехали далее. Ливерпуль. Ливерпуль под руководством Кирилла Семенова. Он ли этот Ливерпуль собрал? Конечно, нет. Но общая стоимость команды даже под его руководством равняется 895 миллионам евро. Средняя стоимость одного игрока 44 миллиона 700 тысяч евро. Самыми дорогими игроками тут являются Салах и Мане по 150, Вирджил ван Дейк 100 и Фермина 90. Поехали дальше. Кристал Пэлас. Кристал Пэлас. Общая стоимость 213 миллионов 600 тысяч евро. Анатоль Харковец, конечно, собрал тут всех с окончанием ВИЧ. Или с окончанием ЙИЧ, или с окончанием КИЧ. На крайняк тут будет РИЧ, ну а также ЧИЧ. И СТИЧ. Ох, ой, как я пошутил. Ой, это такая красота, конечно. В общем, балканская бригада Анатолия Харковца стоит 214 миллионов евро. Средняя стоимость 10 миллионов 700. 20 игроков с балканскими фамилиями. Крамарич 38, Манойлович 25, а Крамарич и Костич по 38. Манойлович у нас 25 с Милевоевичем. Сейчас тихо. Все забыли, все, что я сказал. По новой. На первом месте у нас Крамарич и Костич по 38 миллионов. На втором месте у нас Митрович и Милевоевич по 25. А на третьем месте у нас будет за 17, внимание, Максимович. Поехали далее. На сегодня замыкающая команда эту десятку — Челси. Общая стоимость команды 779 миллионов евро. Всего 21 игрок. Средняя стоимость игрока 37 миллионов евро. И самые дорогие у нас: Эден Азар 120, Н'Голо Канте 100 и Жоржиньо 65 миллионов евро. Все, на этом спасибо за внимание. Всего доброго, удачи!